Вряд ли. Она забавная, чем страшная. Так. Куда дальше-то? Ага. Понятно, Кратос, как всегда. Красавчик. А у него один путь. Ну да, драться придется. Как я понимаю. А что было сейчас? Что он упал-то? Мы его задели как-то, что ли? Кость какая у него. Вот это гарм. Это замес. Ты его не вразумишь, Атрей. Не, может быть, как-то можно его? Точно, надо цепь заморозить. Тут я согласен. Ух ты, черт. Дальше что? Ну вот, теперь нам придется ждать следующего шага. А что хватать надо было? Я бы еще знал бы, что надо сделать. А, цепь хватать? Поехали. Эх, началось. Я вижу, что он поднялся. Какого? Это что сейчас было? Серьезная псина, да? Ну ладно, волк. Неважно там кто. На, по морде тебе. Какой злой. Не жалей его. Фигантон. Эх ты, черт, а как он меня так скинул? Будет цепь бить? Чуть не поймал меня в пасть. Офигеть. Я пытаюсь. Я не попадаю. Черт, я не попал. Бывает. Попробуем. Ах ты чё? Ладно, сейчас. Давай, давай, давай. Хорошо. Где мне клинки? Нормальная битва. Эх, щитом хорошо зашло. Куда это он? А ну вернись. Похоже, он собирается напасть. Что-то дичь, блин. Слезай, говорю. О, там я видел красное было, значит он бьет по этой площади. Это я не знал этого. Неожиданно. По морде, по морде. Это было круто. Хотя я мог заблочить, наверное, это. Нормально, добьем сейчас, я думаю. Уже немножко осталось. Прям в нос. Забыл. Полежи еще немножко. Не знаю, проходит этот урон-то вообще идет, нет? Слабо. Я не вижу, где он. А где цепь-то, блин? Я думал, ее заморозить надо. Офигеть. Вот это бой офигенный.
Давай, 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 давай. Атрей, колонна! Скорее! Сейчас! Давай, давай, давай. Приручили, называется. Кратос в своем духе. Но было круто. Да. Все кончено. Мне так жаль, что это случилось. Из-за меня он сбежал. И погиб. Иногда по-другому нельзя. Я знаю. Как вам, ребят, бой? Мне кажется, было очень зрелищно. Прям оторваться невозможно было от такой битвы. И добивание было прям вот как раньше, помните? Третий бог войны, какой-нибудь второй. Да все остальные. Очень зрелищно сделано. Так, ладно, волчару завалили. Дело сделали. Красиво было. Сундуки разыгрались. Поздравляю. О, Наташа забрала. Ну... Я думаю, так и должно было бы быть, честно говоря. Спасибо за победу. Так, почем у нас стрим идет, ребят? Сколько времени мы с вами сидим? Потому что у нас сегодня недолгий стрим. Давайте еще где-то, наверное, минут 20-30 уделим стриму, как вы считаете? Если за, то ставьте плюс, и мы еще полчасика поиграем и разойдемся. Мне с каждым стримом все больше и больше. Тебе именно бог войны нравится с каждым стримом? Ну да, игруха набирает обороты. Ну вообще она изначально мне прям зашла. Да я вообще любитель этой серии. Всегда проходил все части. У меня даже на PSP-хе есть... это там... Вот где брат у него был. Это Цепи Олимпа называется. И вторая как-то не помню, как называется. Надо, кстати, как-нибудь переиграть, что ли. Прикольно. Можем пойти домой? Атрей. Я знаю. Закрыть свое сердце. Снова запертая дверь. Опа, щит. Резни какой-то дали. Дважды нажимайте, чтобы совершить рывок в сторону врага, блокируя его атаки. Но не, я свой не поменяю. Расколотая звезда, обожаю этот щит. Клевый. Бегать никуда не надо. Как вдарил, так еще и со взрывом, возможно. Так, но тут на каждого, как говорится, игрока рассчитывается, кому что нравится. Так, Армен, что там? С Краснодарского края пока тепло, понятно. Ой, что-то у меня опять нос поплохел. Сопли пошли, чихать охота. Ой, завтра раньше спать надо лечь. Так, опять какая-то муть. А, я понял. Так, тогда мы сейчас сделаем так, наверное. Так. У тебя есть идея? Может, с помощью печати перенести лед к шестеренке? Я думаю, вот так надо как-то сделать, да? Ну-ка. Не знаю... Не получится так, как думаете? Давайте попробуем. Получилось. Отлично. Идем в ворот. Пока тебя не было, я нашел Норн. Они сказали, Хеймдаль хочет убить тебя в Асгарде. Хеймдаль? Норны? Я думал, ты в это не веришь. Не верил. Блин, мне нравится, как Кратос разговаривает. Тоже так иногда разговаривать. Так. Открываем. А он что, живой, что ли? Эта штука живая. Офигеть. Мы думали, я думал, я его победил. Стой! Беги! Офигеть! А лестница! На выход! Скорее!
Да блин, какого черта? А тут все интереснее и интереснее. Ладно, бежим. О, блин, псина разбушевалась. Круто. Так, будет реванш, что ли, еще? И что нам с ним делать тут? Тут все перекрыто. А, драться надо? Да ладно, вы серьезно? А, надо копье взять. Надо копье. Хорошо. Бежим дальше. Давайте при копье останемся. Так. Да нет, это тот же живой. Выжил просто. Дальше-то куда? Не, ну я бегу как могу. Так. Пока отстал вроде, да? Мертвецы заполонят миры, и они рухнут. Научись усмирять свой разум. Я узнал, что мне проще в хаосе. Что еще ты узнал? Что нам лучше доверять друг другу. Так, а что дальше-то у нас? Пока затишье, да? А что, он отстал, получается? Слышал? Где он? Береги! Да ладно. Разозлился он мило на кратце. Что, продолжим? Дубль 2? Второй, второй. А, точно, желтые эти горят, которые. Теперь надо копьем работать. Получилось. Отлично. Теперь вон еще в лапы. Попал в лапу. Хорошо. Там еще будет одно место. Я вижу его. Но у меня ярости нету, вот проблема. Придется. Прекрати кружить этот мир. Блин, мне надо попасть ему еще в лапу. Выворачивается. А, это уже не работает. Хотя нет, работает. А не попадай ему. Да хватит уже! Есть, попал. Так, на моему цепи пока сносим его. Хорошо, вроде получается. Хоть что-то. Встанет? Не факт, но попробуем забить его. Щитом еще одна куча. Еще вот так. Блин, он бессмертный. Он бессмертный, что ли? Он бессмертный. Я могу его остановить. Как? Помоги забраться к нему на спину. Это как? Поверь, прошу, я справлюсь. Сделаем по-твоему. А что надо сделать-то сейчас? Пока непонятно. Надо в лапы ему целить. Так, ребят, пока не понимаю, что надо с ним. Ударная волна хорошая, согласен. Так, надо помочь Атрею забраться как-то. Во. Отлично. Держим, держим. Давай! Посработало, хоть посработало! Прости! Он что, достучаться до него хочет?
Спасибо за рейд на Трова. Убежал. Что теперь? Может, вернется? Найдем его. Пошли.